Природный газ в каждый дом. Такая цель была поставлена президентом страны Владимиром Путиным в момент, когда он дал старт программе социальной дегазификации. В рамках ее реализации распределительные сети подводятся бесплатно к границам домовладений. А ведь еще пару лет назад за подобные работы с потенциального потребителя попросили бы около 200 тысяч рублей. Подключение к природному газу решает сразу множество вопросов в жизни владельцев частных домов. Некоторые из них уже пользовались баллонным газом для приготовления еды. Однако отопление и горячая вода – все это требовало и хлопот, и затрат, которые фактически сегодня остаются в прошлом. Встал утром, включил и все. И больше ничего делать не надо. А с печками как? С электричеством как? Вот. Ползаешь, там у нас же из подвала топилось. Вот. Сейчас удобно, хорошо. Мягко сказано, удобнее. Это другая жизнь. Это, ну, я старенький, как всегда говорили. Сравнить можно с лампочкой Ильича. Газификация страны. Это другой уровень. Это свобода. Это, ну, не знаю даже, с чем сравнить. Не надо таскать и не надо сидеть около печи, ждать, когда она протопится. Из дому не уйдешь, пока печь топится. Неудивительно, что более 750 ирбитских семей, а это 63% от общего числа еще не газифицированных домов в Ирбите, уже подали заявки на подключение к газовым сетям, работа по строительству которых ведется с прошлого лета. В соответствии с графиком социальной дегазификации Свердловской области, регион «Газинвест», дочернее общество компании ПАО «НК Роснефть» уже построило 250 километров газопроводов. 7500 домовладений получили возможность значительно сократить расходы на подключение к газу. Ну а в Ирбите за это время проложено более 28 километров газопроводов, причем в разных микрорайонах города. Вот и накануне губернатор области Евгений Куйвашев и глава города Николай Юдин фактически запустили в работу еще 5 участков распределительных сетей. Я от всей души поздравляю вас с этим важным и замечательным, и знаменательным событием. Мы сегодня подключаем почти 500 домов. Тут, точнее, возможность подключения появилась уже под 497 домов. Построили 18 километров газопровода. И с вводом этих сетей, вот как мне доложил только что глава города, почти 95% жителей будут иметь возможность подключить свои частные домовладения в городе Ирбит. Это означает, что в домах станет уютнее, теплее, ну и, конечно же, содержание домов станет дешевле. При этом важно отметить, в рамках программы социальной догазификации не только строятся новые участки сетей. Руководством области ведется работа и по созданию условий, позволяющих максимальному числу уральцев к ней присоединиться. Расширен круг жителей Среднего Урала, которые получают государственную поддержку для подключения, переоборудования жилья для дальнейшего использования природного газа в быту. В прошлом году такую поддержку получили 66 семей ирбитян. Общая сумма выплат составила более 5 миллионов рублей. Мы будем совершенствовать систему поддержки малообеспеченным, людям отдельных профессий, многодетным, пенсионерам для того, чтобы выделить субсидию на подключение газа. Нас поддерживают в этом и депутаты законодательного собрания. Мы обстоятельно обсудили эту тему со всеми нами. При этом запуск газопровода стал не единственным пунктом в программе рабочей поездки главы региона в Ирбитский край. Так, с главой города Евгений Куйвашев обсудил дальнейшие планы по преображению центральной площади Ирбита, познакомился с экспозицией Ирбитского музея гравюры и рисунка и открыл физкультурно-оздоровительный комплекс на Пионерском, чего с нетерпением ждали все жители и Ирбита, и Ирбитского района.